Делегация посольства США в Молдове посетила село Гайдар Чадрунского района. Посол Уильям Мозер и глава автономии Михаил Формузал приняли участие в торжественном открытии отремонтированных санитарных помещений на всех трех этажах местной гимназии. Сегодня очередной шаг сделан для создания удобств, прежде всего, нашим детям, чтобы лучше были знания, чтобы школа была более технически оснащенная. И я очень рад, что эти проекты поддерживаются зарубежными дипломатическими представительствами, аккредитованными Республики Молдова. Эти проекты еще раз подтверждают интенсивный уровень сотрудничества между США и Молдовой. Сегодня я представитель американского народа, и мы хотим предложить эту помощь Молдове и народу Гагаузии. Помещения были отремонтированы в рамках проекта, финансируемого вооруженными силами США. On this spring day, we are glad to see you in our gymnasium. Thank you very much for your help. We wish you health, happiness and all best. По итогам тендера ремонтными работами занималась подрядная организация из автономии «Драфа Групп». Технический надзор за ходом выполненных работ провела сторона заказчика. Это дорогая плитка, но она красивая. И если замечаете, что у нас фриз есть, двух это дорогие элементы, декор есть везде. И это сделано так, чтобы людям понравилось и детям. По мнению сторон, практика внедрения пилотных проектов в Гагаузии одна из самых лучших в Молдове, в том числе и с участием американских доноров. Вот это образец, господин посол. Вот пусть другие повторят то, что мы сделали. Да. А смогут ли Михаил? Не знаю. Есть планка, на которой мы стараемся все время высоко. Но мы очень хорошо работали вместе. Но это уже в течение 15 лет сейчас. Да, почти, да. С 99-го года я работаю. Да, но это уже 14 лет. Да, 14. Да, 14 лет. И огромное количество проектов, которые были реализованы. Огромное количество. Сейчас после ремонта санитарные помещения в местной гимназии соответствуют современным стандартам. И это прежде всего заслуга местного сообщества, уверены участники встречи. Аналогичный проект был реализован и в другом населенном пункте Чадрунского района – гимназии села Джалтай.